Чик-чирик-чириканутые. Я накосячил в портрете. Или нет? Как вы помните, я создаю новую историю и делаю кастом меча со всеми портретами игроков медиа-команды. И в этот раз я буду рисовать Хула, то есть Илью. И уже мной нарисовано целых 3 ячейки, а осталось больше 20. Изначально я думал, что все будет легко. К маленьким работам я привык. Но сложность этой работы состоит в том, что мяч округлой формы, и иногда не получается попасть в точные пропорции лица. С одной стороны, ты смотришь, вроде все нормально, а с другой, то толстый получается, а с другой вообще худой. Маркеры сами не такие тонкие, хотя они самого маленького размера. И я долго мучился с этим портретом, все нервы себе истрепал. Но через несколько часов у меня получилось вот это. Как думаете, хорошо получилось? Ждете продолжения?